Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России, с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными. Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков, всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире.